И всем привет! Это пятая серия про Mask Empire, где мы выживаем без друзей. Привет, друзья! Вы на канале «Мама и я», и сегодня наша цель — повысить еще один уровень. При этом мы не имеем ни одного друга и выживаем в этой игре. Мы пока были в офлайне, успели накопить 946 тысяч. Нам этого хватит для того, чтобы повысить уровень. И мы сейчас приступим к тому, что мы будем тратить на наши финансы на улучшение. А вы тем временем заходите и забирайте свою ежедневную награду и обязательно делайте инвестиции. Для того, чтобы узнать, какие комбо на сегодняшний день, переходите в наш телеграм-канал, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Сейчас остановили, поставили на паузу, идете продлевать свое комбо и смотрите дальше. Погнали. Так, хочу заметить то, что у нашего Илона на футболке знак радиации. Радиоактивен. Кстати, напишите в комментариях, а вы вообще тапаете в эту игру? И какой у вас уровень? Да, потому что с каждым уровнем клик за тап увеличивается. Увеличивается, что это? Энергия. Да. Мы не тапаем, и вот мы вам сейчас показываем, как мы играем в эту игру. Мы заходим в нее каждые 3 часа, потому что если вы это время упустите, то после 3 часов у вас сама игра в офлайне фармить не будет. Поэтому занимайтесь своими делами. Кто работает, пожалуйста, работайте. Кто учится, учитесь. Кто отдыхает, отдыхайте. Может, кто-то на море там на песочке лежит, на солнышко смотрит. Каждые 3 часа заходите в игру и в офлайне забираете все эти монеты. А потом вы их просто переводите в прибыль в час, тем самым покупая улучшение. Ну, давай будем улучшать. Смотрите, если вы смотрите наши серии, не пропуская с первой, то сегодня мы вам покажем, как мы будем тратить наши финансы уже на те карточки, которые в 20 раз дороже. Если раньше мы покупали самые выгодные, которые в 10 раз, сейчас у нас этой возможности остается все меньше, и поэтому нам придется платить дороже. А что делать? Что ж, у нас 950 тысяч, и заходим в улучшение. Погнали, начинаем с персональной, потому что это самая выгодная у нас страница пока что. Мы качаем в 20 раз, поэтому спорт у нас выгоден стал. Забираем, максимально забираем все, что дает. Вот дает нам спорт, например, до 20 раз несколько попыток. О, ребята, а нас, видите, нужно 2 друга. Окей, хорошо, спорт нам уже будет недоступен, будем выживать, берем сон. Сон. Пока что у сона перезарядка. Берем дисциплину. Да, еще такой момент. Чем будет у вас выше карточка по левелу, то вам будут добавлять потом тайминг. В хамстере тоже так, если вы помните. Первую карточку вы забираете в начале тайминга нет, потом добавляют они вам несколько секунд, потом эти секунды растут, потом вам приходится ждать минуту, 4, 5, 10... Полчаса, полтора и 2 часа, да, вот те, кто играет. Здесь то же самое. Вам будут с повышением левела заставлять вас ожидать. Ну, потому что, чтобы вы не выкупили все ваши деньги очень быстро, да, потратили и убежали. Нет, у разработчиков есть уже свои планы на то, чтобы вы в эту игру играли, вы о ней думали. Я пока объясняю, как играем, а ты забираешь, да, планируем? Да. Забираем. Планирование до сих пор выгодное. Вот планирование, и там еще не во вкладке «Офис», по-моему, рабочая зона выгодна, и стулья очень. Это выгодно или мне уже кажется? Так, сколько там? 11 500. За сколько дают? 214. 214. Представь, что 11... Да, это еще нормально. Это представь, что это 100 тысяч и 100 тысяч, да? Мы уже повысили уровень. Повысили уровень. Ну все, раз мы повысили уровень, мы можем отдыхать. Ребята, мы сейчас на этом с вами прощаемся. Закрываем нашу игру и зайдем в нее через 3 часа. И будем фармить в офлайне. И вам советуем также поступать. Ну а на этом наша серия закончилась. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!